С початку жніва на Гомельщині пошкоджены огнем 6 комбайнов. 3 из них отрималось потушить, остальные теперь годные только на металлолом. Такую информацию огучили у областном управлении МНС, супрацовники якого сегодня провели мониторинг захованности техники у сельскохозяйственных предприятиях региона. Подей 6 жнивня механизатор акционерного товариства «Дружба» Павел Дорофеенко памятая литерально по хвилинам. У тую неделю он займался уборкой збожжа. Под моцным ветром солома трапила на гарачий рухавик. Пожар узник у один момент. Перелез туда, где мотор, ну, встал на крышку, оттуда огонь уже. Ну, был один у меня огнетушитель, не помогло. Второй комбайн подготовил, тоже был один. Ну, мало. Зараз згарэўшы комбайн знаходзіцца на тэрыторыі машына-трактарнага парка гаспадаркі. Рамонту ён не падлягае. Тым больш, што тэхніка поўнасцю выпрацавала свой ресурс. Нават на запчасткі з яго ўзяць няма чаго. Яшчэ адзін пацярпелы комбайн, толькі ўжо кармаўборачны, знаходзіцца ў экс-базе «Пянчын». Праўда, гэтую тэхніку яшчэ можна аднавіць. Хозяйству нужна эта единица, подсчитывается сумма, которая будет вложена в эту единицу, то есть и будем уже тогда решать, на какой завод мы ее будем отправлять для восстановления кормоуборочного комбайна. Выратовать комбайн у экс-базе «Пянчын» атрымалася дзякуючы оперативным дзеянням уласнай добраахвотнай пожарной дружины. Ранее яны были амаль во всех господарках, але цяпер во всем районе их засталося усяго 3. У штате специалисты, якія прайшлі специальную подрыхтовку, и спецмашина, набытая 40 годов тому. Негледзячы на узрост, техника не подвяла. Механик позвонил, сказал, что горит комбайн. Посмотрели, глядели, что да. Черный дым идет, мы оперативно прибыли туда, ну, произвели тушение. У гэтым годзе на Гомельшчыне гарэлі 6 камбайнаў, 3 з якіх аднаўленню ўжо не падлягаюць. Летась поўнасцю згарэлі 4 адзінкі тэхнікі. Отмечается 3 причины: механическое нарушение узлов и деталей, нарушение технического регламента выполнения эксплуатационных работ, а также нарушение правил эксплуатации электрооборудования и электроприборов. 90% пожаров, которые происходят в наше время, это человеческая беспечность. Избежать бы этого можно было бы, если все правила были бы соблюдены. Зараз по всех фактах узгарання комбайнов проводится проверка. После ее завершения материалы будут накированы у правоохоўныя органы. Алексей Сентеров, Светлана Главко, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».